Ой, друзья мои, бегу я на консультацию, покрасила волосы немножко другой цвет. Пожелайте мне удачи. Вот сначала нужно зайти в этот кабинет. Дадут вот такие вот номерки. И потом на этом мониторе будет моя фамилия. Вот мой Ашкенштюк. Мои дорогие подписчики, я в таком разочаровании. Сидели мы, ждали 40 минут, пока врач придет. Я вторая была на очереди. Меня позвали, я сказала о своих проблемах, немножко преувеличила. И говорю, так как у меня опыт в медицине 26 лет, доктор, я чувствую, что мне нужно сделать эхоскопию желчного пузыря. Она выслушала, все окей, говорит там. Я говорю, это может быть от того, что язык у меня очень такой налет на нем, коричнево-оранжевый, желтый. Я говорю, это может быть от того, что я сигареты бросила, или я же сейчас не пью гормональные от щитовидки. Может быть, поэтому в этом причина. Не знаю. Но я чувствую себя хорошо. Нет у меня усталости, как раньше было. И доктор Берг Эрик говорит, что надо бросить все лекарства. Хотя у меня поднялось, но завтра как раз. Так, доктор, города Гибеджес. Так вот, мои дорогие зрители, с Ашкемом и моим идем, смеемся. Он хочет меня сфотографировать. Так вот, друзья мои, нафотографировались. Вот я с ним лично познакомилась. Мевлутек Мегджи. А, с ним нет. Венкивили Ашкем Тавенендим. Сердар Сойдан. Сердар Сойдан. Вот, я с ним познакомилась тогда. Помните, рассказывала за ручку. Поздоровалась. Так вот, мои дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Что? Она меня выслушала и дала два талончика. Один на эхоскопию, один еще сдать анализ крови. Пошли мы. Что вы думаете? Эхоскопия у меня 18-го, через месяц. Ну это вообще кошмар. Трындец какой-то. Через месяц у меня эхоскопия. А анализы крови уже сейчас поздно, 8 утра, я завтра приду. Но это разве дело? Я мужу сказала, говорю, а если человек будет вздыхать, умирать, эхоскопию надо делать. Ну, если вздыхать, умирать, иди, говорит, в медикал парк. Вот хочу узнать, сколько стоит там медикал парка, эхоскопия, ну, 18 дней ждать. А, Негюзель города, бизнес алдык. Чоп алдык. Мы купили, так мучаемся, и хотя так дорого он дал, а. 40. Bunun fiyatını biliyor musun reis? Stajına şofe. Вот такие дела. Так вот, продолжаю, мои дорогие зрители. Завтра иду на анализ крови повторно. Завтра пятница. Ну, наверное, будет уже во вторник. А потом буду делать эхоскопию. Ну, в принципе, у меня не такие страшные показания, чтобы прямо вопрос жизни и смерти. Мне, скорее всего, кровь интересовала, так как я уже месяц. Да. Ну, месяц назад сдавала, и как раз мне это нужно, вот, сдавать повторно. И щитовидку посмотреть, в каком она у меня состоянии, почему у меня такой язык в налете, и он не чистится, вы понимаете? Я его чистила, а он прямо въелся. Или это никотин выходит, или что-то, говорит, проблема, витамин какой-то не хватает. Завтра все, завтра на той неделе посмотрим. Ну, а я продолжаю. Сейчас приду домой, дела себе найду. Я же деловая. Кушать приготовлю. Браса сегодня. Потом с Ашкемом. Ашкем, не знаю, тоже придет домой. Кофе выпьем сейчас. Кофе хочу, Ашкем, кофе хочу. Не кушала, думала, что-то понадобится, но ничего не сделали. Ну, есть повод был нарядиться, плюсы какие, да?
Завтра тоже пойду наряжусь, но 8 часов не до этого будет. Так что, мои дорогие зрители, жизнь продолжается. Желаю вам прекрасного дня. Как же я себя люблю. Это моя капуста. Я ее подогрела. Это рыбка, видите? Рыбочка моя. Ну, это мне много. Много мне это, половиночку съем. А ашкему, вот смотрите, и не ашкему, и себе готовлю праса. Ой, как вкусное оно. Оно такое вкусное. И вот еще вчера я заквасила капусту. Такая сочная получилась. Здесь мусор мой. Вот, что я буду кушать, друзья, не буду потом показывать. Смотрите, тут у меня капуста, тут у меня салат с семенами чиа, тут хумус. Тут с морозилки достала клубнику и голубику. И вот орешки. Почему? Потому что я не кушала уже много дней. Понедельник, вторник, среда, четверг. 3 дня или 4 не кушала. А здесь я сельдерей заварила и еще что, мяту. Вот моя соль, которую я готовлю, донесу, и которую я пью, когда я голодаю 48 часов, я всегда чайную ложку на стакан горячей воды развожу и пью. Судорог не будет у вас, друзья. Вот мой обед сегодняшний, буду готовиться кушать. Всем привет, мои дорогие! Утро у меня начинается вот так вот. Я сейчас где? Я сейчас хожу. Ой, тут открыли что-то новое. А, там грузин. А, курочку где продавали. Они такой кафе открыли, видите? Вот. Раньше было закрыто, а сирийцы очень хорошее кафе. Мы тут с девчонками все время заказываем разные вкусняшки. Заказывали. Не знаю, куда я вернусь к этим вкусняшкам, но заказываю. Так вот, кто-то переезжает. Так вот, пошла, я сдала кровь. И дома так быстро строятся. Вот уже дом здесь построили. Ну сколько, года 3-4, наверное. Очень довольна. Очередь была уже человек 10. Спокойно, тихо. Там 4 лаборанта сидели. Менялись постоянно. Без спирта, но так они делают, что делать. Сухой ваткой. Проколы, сухую ватку кладут. Спирта не используют. Нет у них такого в Турции. Даже в аптеках не продаются. Спирт я привозила из Батуми. Вот. Ой, а какие вкусняшки в этом Форинде, друзья мои. Дуру потисали. Дуру. Такие запахи. Запахи я чувствую очень хорошо. Вот сегодня сдала кровь. Посмотрим, в каком состоянии у меня гормоны. Я же лекарства вообще не пью от зуба. Ой, от моей щитовидки. Вот, посмотрим. Ну, чувствую я себя хорошо. Раньше почему я обратилась? Потому что я все время чувствовала усталость. Вот что-то сделаю — усталость. Сделаю что-то — усталость. Не было энергии, не было. Сейчас энергия такая у меня огромнейшая. Вот, мои дорогие зрители. Хочу сейчас выйти на набережную погулять. Сделать с утра такую. На эту кису, толстую кису. Ветеринарная клиника, она здесь. А это смотрит, заглядывает. Киса! Хорошая ты киса. Ай, хорошая. Ай, красивая кисуня. Вот, мои дорогие, такое прекрасное утро. Сначала было холодно. Я же вышла в 8. Прям такое чувствовалось, холодочек. А сейчас солнышко греет. Родное наше солнышко. Отправляю его вам тоже. Столько я вам наговорила. С утра у меня такая болталка. То с подружкой, сейчас партнеру моему наговариваю. И вам, думаю, покажу. Все. Приятного дня.
Как же у нас красиво, я не знаю, и у вас красиво, и у нас там. Какая красивая площадь, вот эта зелень просто радует глаза. Все зеленое очень полезное, и овощи самые полезные, 0 калорий, это нутриенты называются. Они действуют на организм как? Они очищают организм. Печень вашу чистят. Побольше ешь здесь зеленых овощей. Очень полезно. А? Бежит мальчик. Я хотела бежать, и он тоже. Я сюда сяду, покачаюсь чуть-чуть. Друзья мои, я занимаюсь спасательной операцией. Возвращаю жизни медуз, которые выбросила на пляж. Штук 10 я уже повыбрасывала их. Они очень тяжелые. Ой! Давай, моя дорогая, давай. Еще там впереди, видите, я сейчас вам покажу. Вот. Сейчас боюсь не намокнуть. Надо ее перевернуть мне. Так, волна сейчас отойдет. Я переверну. Так, палками. Вот, перевернула. Давай, давай, плыви. Вот. Простись, она без воды зажарилась, наверное, на море, на берегу. Хорошо, Светлана пришла. Ой, слава богу. А там тоже такая была огромная-огромная. Вот сейчас она придет в жизнь. Смотрите, смотрите, забрала ее море. Давай, давай. Видите, чуть-чуть. Пойду сейчас эту спасать. Столько их будет медуз сегодня. Смотрите, видите? Сейчас я вот так вот возьму, одену вот этими палочками. И как-никак-то их помогу им. Ну, простите уже, как есть. Вот, потому что они тяжелые. Давайте, давайте. Плывите. Вот так. Ой. Заберу часы. Надо перевернуть ее. Будет. Может, перевернет ее в море. О, видите, они. И это тоже. Вот. Жизнь. Жизнь закипела. Сегодня я спадала. Вот, нет ее уже. А это никак не. Вот она аж прямо такая стала. Сочная. Той уже нету, та ушла. Какая радость. Решила. И там, наверное, штук 10, наверное, уже. Ну все, пошли дальше. Какой сегодня у меня замечательный день. Какой замечательный день. Обалденный. Так, медузы мои дорогие, сейчас можно вам сюда, на берег. А потом, пожалуйста, чтобы у вас здесь близко не было. Откуда вы приплыли к нам? У нас вообще медуз нету. Я сколько здесь живу, никогда не видела медуз. Потом ее очень много. А сейчас мы познакомимся с вами с птицами, с чайками. Вот так классно я сегодня время провела. Какой у меня день кайфовый. Рядом с морем. Боже, какая красота. А? Видите? Сейчас я их тоже спасу. Вот. Плывите. Сейчас его море заберет. И вот еще. Все, выключаю камеру, буду спасать. Ифтар у нас, и моя диета. Сегодня я тоже начала
пост мусульманский. Вот сколько времени я не ела на сухом голодании, без воды. Сейчас вот у меня какая тарелочка, сельдерея, картошечка, рыбка, хумус, салатик. Раса я приготовила очень много. Вот Ашкима тоже будет доедать с фаршем. Но вот, приятного нам аппетита. С праздником всех, друзья мои. А также вот мои ягоды последние. Вот я буду кушать все. Кушать, кушать.